В ходе совместного рейда сотрудников надзорной деятельности МЧС и экспертов Ленинского территориального управления Мособлпошспас особое внимание было уделено правилам охраны жизни людей на водных объектах в летний период, а также проведению разъяснительной работы в целях профилактики несчастных случаев на водоемах и водных объектах. Мы проводим сейчас профилактические такие рейды по местам массового отдыха людей, в том числе около водоемов открытых, где не разрешено у нас на территории района купаться, но люди продолжают это делать. Вот, мы раздаем агитационную литературу для того, чтобы проинформировать людей, что на территории нашего района купание запрещено. Прежде чем отправиться на отдых, жителям Ленинского района стоит вспомнить, что основная причина гибели людей на воде – купание в необорудованных для этих целей местах, а также купание в нетрезвом виде. Участники рейда побывали на Спасском пруду, где было очень многолюдно. При входе табличка «Купаться запрещено». Однако это не останавливает изнывающих от жары видновчан. Запреты не действуют на людей. Их тянет все равно к воде, даже с детьми. Химический состав воды очень плохой, но все равно их тянет и будет тянуть к воде. Я бы хотел, конечно, предупредить всех, что вода очень коварная. Медленно заходить в воду, если там уже все не в моготу, тем более о запрете алкоголя возле воды. Так что безопасность прежде всего, особенно на воде. Муж сказал, говорит, всегда купался, говорит, съезди с ребенком, покупайся. Мы не знали, что здесь запрещено. Ну, вас вот сейчас ознакомились? Не, мне ничего не дали, ничего. Просто сказали, что нельзя, и все. А так мы всю жизнь тут купаемся, 30 лет купаемся. Про химический состав не знали. Просто, думаю, не оборудованные, ничего, в принципе. Тут близко с домом. Инспекторы раздали отдыхающим памятки о правилах поведения на водных объектах и еще раз напомнили, что в Ленинском районе нет пригодных для купания водоемов. Но зной вынуждает людей игнорировать запрет. Наталья Буслаева, Илья Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.